Канал Таежный обитель приветствует вам. Вам, вас. Начинаем с чайка. Чай обыкновенный. Здравствуйте, товарищи. Чай обыкновенный. Так, в продолжение мы с Валерой показывали капы, которые мы добыли. И вот он их распилил. Поэтому он сейчас расскажет, как это сделать аккуратно, ровно. И... Ну как, пилится, вот получается, вы если смотрели, то какие были капы. Опа. Да, если вы видео увидели. Видео увидели. Видео. Вот они. И пилится, мы пилили обыкновенной пилой. Вот. Ну и толщина примерно около 4 сантиметров, потому что тоньше нельзя пилить. Потому что может потрескаться и никуда не получится оно. Да, вот лучше я сразу скажу, потом их делать такими как бы квадратиками, чтобы можно было смотреть рисунок и с этой стороны, и с этой стороны. Да, да, да. Ну это вот такие вот получились блины. Вот оно. Ну еще Николай говорит, я сушу их вот так вот, ну чтобы промежуток здесь был. А Николай говорит, надо можно... Ну, шурупчик закрутить и подвешивать. Да, ну, подвешивать вот так. В темном месте, там, в гараже, в сухом, где-то. В тени, да, обязательно, чтобы без доступа солнца. Да, иначе солнца. Они будут трескаться. Да. Ну, они не шлифованные, но вот уже видно, у них красивая текстура. Да. Будет очень красиво. Да. Это вот кап березовый, мы уже про него кап. Рассказывали, да. Очень крепкий и очень красивый. Да, будет. Вот, пилится, да, обыкновенной пилой. А то мы показали эти капы, а там и его спрашивали, и меня спрашивали, да. А как вы распилили? Вот обыкновенной пилой. Да. Ну и вот. Желательно вот пилой пилить, потому что ты такую вот не попилишь. Ее как зажимать, держать, руки тут можно по этой. Надо вот, когда его выкопали, он же был вот с корешком, вот с таким. Удобно вот его не урубать, как я его срезал, и все, потом мучился. Тут шуруп, ну крепил, чтобы подлиннее не падало. Оставлять. Подлиннее оставлять, чтобы держать. Ну и можно вдвоем, чтобы кто-то держал, а другой пилил. И вот я вам еще... Или в тисы зажимать, это уже дома. По ходу, сейчас. Когда мы вот это вот оставляем, у нас вот это вот, я все время говорю, камель сам, вот камель, он тоже... Такой красивый. Вот у него такая текстура. Если вы длинный, например, что-то делаете, или у вас короткое вот так, здесь уберете, вот у вас уберется, то вот это можно тоже в ручку да вот, посмотри, на добавлять. Этом лучше, на этом лучше даже да. Видать. Вот рисунок, что даже ну, больше видно. Вот рисунок. Какой. Вот эту я имею в виду. Саму оставлять. Нет. А, вот, тут да. Тоже будет. Тут тоже рисунок. И вот этот камель, он очень крепкий такой. Да. А это корень. Ну, вот такие получились у нас. Заготовки. Да, заготовки. Ну, вот две ручки тут получится. Да. Тут тоже вот, ну, вот сердцевина там такие, ну, получится две наверняка, вот четыре. Ну. Да. А тут, когда у вас вот маленькие, например, вы вот можете пластинки вырезать. Да. По краям с этих пластинок, а внутри, вот как делают наборно с бересты. Да. Валера тоже набрал бересты, и он с бересты будет делать. Вот это покажи тут, вот получилось. Ну это вот, который двойной был. Да. Вот получился такой. Если вот это все убрать, здесь выбрать да. и сделать такие вазочки, будет очень красиво. Можно. Да, можно. Главное, что есть с чего делать. Ну вот, вот сегодня мы вам показали, вот как мы распилили эти капы. Да. Вот этот этап. Дальше уже по ходу будет как сушим. Да, даже сначала пропитка, наверное. Не, мы их они вот так вышли. А сначала пропитка, а потом сушим. Ну мы их потом, когда ты сделаешь, ты будешь пропитку делать? Не знаю, посмотрим. Он и так текстура хорошая у него. Ну ладно. Ну вот на сегодня у нас вот такая вот
зарисовочка, как распилить лучше, вот поделились мы, как сушить лучше, он вот так держит, я так держу. Да. Ну, а вы как сможете? Самое главное, что не на солнце, но нельзя. Да. И жары, вот. И жары сильные тоже нет, не надо. Всего вам доброго, удачи, радости, здоровья, творчества обязательно, гармонии с самими собой. С природой. С окружающим миром. Миром и природой. Пока-пока. До свидания.